Гороскоп на 7 марта 2021 года. Рак, женщина и мужчина. 74% общий, 63% любовь, 79% здоровье. 84% финансы, 71% удача. Прислушивайтесь к советам астрологов, и ваш день пройдет легко и продуктивно. Отличный день. Влияние позитивных тенденций сильно, перемены к лучшему возможны во всех сферах жизни, все зависит лишь от ваших приоритетов. Наступил подходящий момент для того, чтобы сделать шаг навстречу своей мечте, приступить к реализации плана, который вы давно вынашивали. Возможны интересные встречи, новые знакомства. Вы привлекательны, представители противоположного пола предъявляют к вам повышенный интерес. День хорошо подходит для новых знакомств, люди, которые вас окружают, готовы разделить самые смелые ваши идеи или поделиться с вами своими собственными, тоже заслуживающими внимания. Гороскоп здоровья для раков на 7 марта 2021 года. Как бы ни были вы сегодня заняты, а время для отдыха вам все же найти придется, иначе завтра вы не сможете работать с той же производительностью. К тому же, вы можете обзавестись бессонницей, если допоздна будете сидеть за рабочим столом или компьютером. Лучше немного прогуляйтесь перед сном и примите ванну. Гороскоп красоты для раков на 7 марта 2021 года. Сегодня ваши мысли полностью посвящены мелочам, и вам есть на что обратить внимание. Более того, в середине дня вы столкнетесь с чем-то, что заставит вас пересмотреть свое отношение к работе с документами. Семейный гороскоп для раков на 7 марта 2021 года. Подождите подводить итоги и считать себя неудачником. Что бы сегодня ни случилось, завтра все может измениться, но, если не все, то что-нибудь обязательно произойдет. Старайтесь сдерживать отрицательные эмоции и не портить все еще больше, лучше успокойтесь и подождите, когда в вашей жизни начнется белая полоса. Бизнес-гороскоп для раков на 7 марта 2021 года. Сегодня будьте аккуратнее при решении финансовых вопросов. Не спешите подписывать контракты и составлять договоры. Как часто вы смотрите гороскоп на день?